вбити Олександра Лукашенка. Ну і з нами на зв'язку Ольга Курносова, російська опозиціонерка. Ольго, вітаємо вас і доброго здоров'я зичимо. Вітаю. Пані Ольго, ваші думки стосовно цієї зустрічі, ну, як сам Лукашенко каже, буде дуже серйозна розмова, але, ну, з деталей нічого не відомо. Про що ж дійсно можуть говорити Лукашенко і Путін сьогодні? Прошу. Я думаю, що не исключено, що вони будуть розмовляти о розміщенні російських воєнних баз на території Білорусі. Мені кажется, це буде одна з основних тем. Угу. Окрім цього, чи може йтися про, можливо, нові кроки в контексті ось цієї союзної держави? І наскільки зараз Лукашенко, ну, з огляду на політичну ситуацію в його країні, ну, є таким перемовником в цьому процесі з Путіним на рівних? Ну, тут навряд чи доречно говорити, але менше з тим, прошу. Я думаю, что, безусловно, вся эта история, она подвигает Лукашенко на более тесное союзничество. Потому что мы прекрасно понимаем, что вот больше интеграции не хотел сам Лукашенко. Вполне возможно, что сейчас он будет готов к этой большей интеграции. Ми, до речі, спілкуємося із білоруськими опозиціонерами і доєднувалися до спілкування. Зміцер Лукашук, це журналіст, і розповідав, що, ну, власне, ось після тих протестів, так, які зараз припинилися, але, ну, всередині в Білорусі залишилися думки, погляди, так, ну, і відповідні вимоги. Але, що саме частина, якраз таки, білоруського суспільства, вони почали думати не так проти Росії, так, але і не в сторону Заходу. І ось саме внутрішня політична складова в Білорусі, ну, теж зараз має значення. Пані Ольго, що стосується, до речі, послання президента, яке було вчора Російської Федерації, як ви його оцінювали? Було спрямування більше, звичайно, на внутрішні проблеми, про зовнішню політику і безпекову складову не надто багато говорив. Будь ласка. Ну, я вважаю, що, в принципі, якщо смотреть на це послання українськими глазами, то я бы скорее обрадовалась, что там не шло речи ни о признании самопровозглашенных республик, ни уж тем более об их присоединении, потому что до послания раздавались голоса о том, что мы услышим что-то про ДНР, ЛНР. Этого не произошло, и мне кажется, что с точки зрения Украины это плюс. С точки зрения вот этот некий пас, что Россия всегда была миролюбивой страной, ну, если действительно Владимир Путин так считает, ну, это скорее плюс, чем минус. Ну, а то, что это концентрация на внутренних вопросах, это тоже скорее плюс. Очень мало кто комментирует экологическую повестку, о которой Путин говорил достаточно много. Видимо, политические аналитики просто были не готовы к тому, что такая повестка попадет в послание. А вот я лично была готова, потому что экологические проблемы, они существенны для всего мира. Не случайно Байден позвал Путина на климатический саммит. И вот то, что экологическая повестка присутствовала в послании, меня лично обрадовало, потому что я действительно считаю, что это вопросы очень важные и существенные, и хорошо, что они тут оказались. Знаєте, а до речі, у нас, ну, там, серед частини експертного середовища, ну, виникли такі собі підозри, чому не згадував про Україну, так, адже є інформація так, що концентруються російські війська біля нашого кордону, і наш інформаційний простір, ну, останніх кілька тижнів практично заповнений цією темою, ну, і така інформаційна, як мінімум, напруга є. Пані Ольго, до речі, згадали ви і про Байдена, ми пам'ятаємо його риторику, як він називав Путіна і телефонний дзвінок. Наскільки ви особисто оцінюєте можливість зустрічі, і якщо така зустріч матиме місце, то ключові питання, що можуть обговорюватися? Я зараз розцінюю вероятність зустрічі 50 на 50. Я вважаю, що якщо вона пройде, то це буде, безусловно, добре. Потому что всегда лучше разговаривать, чем не разговаривать. А вот вы говорили о вот этой напряженности в информационном пространстве Украины. Такая же напряженность существовала и в информационном пространстве России. Все самые такие одиозные
программы на российском телевидении, все ток-шоу говорили практически только о ситуации вокруг Украины. И, собственно, люди, пацифисты такие, как я, очень волновались. Поэтому, что называется, немножко риторика Путина вот это напряжение чуть-чуть ослабила. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы встреча с Байденом состоялась. И хотелось бы, чтобы после нее все-таки начался или продолжился переговорный процесс с Украиной. Понятно, что те позиции, на которых стоит Владимир Путин, их достаточно тяжело поколебать, но, собственно, для того ум и дан человеку, чтобы искать выход из любой ситуации, даже той, которая кажется безвыходной. Я считаю, что в любом случае дипломатический способ решения проблемы лучше, чем военный, потому что военный ни к чему хорошему для всех сторон не приведет, даже если кому-то кажется, что это приведет к краху России, я вас уверяю, никому от этого лучше не станет. Скажіть, будь ласка, як нині росіяни реагують, власне, на оце перекидання військ, так? Тому що експерти із Росії, з України говорять, що на це просто мільярди рублів були витрачені насправді, і там під виглядом навчань їх подають, зокрема, це одна сторона. А з іншого боку, образився Путін і на Ердогана, так? І перекрили оце авіаційне сполучення росіянам з Туреччиною, і люди починають переплановувати свої відпустки, хоч в Кремлі заявляли, що це через коронавірус, мовляв, однак експерти заявляють, що всі розуміють, що це сталося одразу після зустрічі Зеленського з Ердоганом. Як люди нині в Росії реагують на ось такі заяви і такі рішення в Кремлі? Ну, звісно, ті, хто пострадали від переносу своїх відпусків, розстраюються. В принципі, зараз відкриваються нові можливості, відкривається авіасообщення з Єгиптом. Черногория и Италия сказали, что откроют свои страны для российских туристов. По-моему, даже без теста ПЦР собираются открываться. Так что возможности отдохнуть на море все равно так или иначе появятся. Я думаю, что вот именно такая отпускная тематика будет не главной. Если вспоминать все-таки, если говорить о послании, да, там были еще предложены некие такие вертолетные деньги, но достаточно целенаправленные, направленные на поддержку семей с детьми, и это тоже было воспринято скорее как позитив. Поэтому люди редко считают, вот сколько стоит переброска войск. А то, что там матери с детьми будут получать по 6 500 рублей, это понятно. Поэтому я думаю, что вот такие социальные посылы, они перебили недовольство тех, кто много думал о переброске войск. Это больше беспокоит людей, которые там живут, да, на юге. Те, которые снимают эти кадры, посылают их в соцсетях, да, тех, кого может затронуть обострение. Конечно, их волнует. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з Навальним? Якщо я не помиляюсь, то відбувалися і мітинги напередодні на його підтримку і заарештували понад 1500 учасників. Ну, а сам Навальний, може, зараз більше нам розповісте, здається, в тюремній лікарні опинився, і там йому, ну, лише крапельницю з глюкозою дали, і все. Ну, не только с глюкозой, еще начали капать витамины, и, собственно, да, он находится в тюремной больнице ИК номер 3 Владимирской области, но кроме тюремных врачей к нему приезжали врачи и гражданские, его возили на обследование в Владимир, и, собственно, я думаю, что никому не выгодно из российских властей, чтобы ситуация с Навальным закончилась каким-то критическим образом. Поэтому, если его здоровье будет ухудшаться, я боюсь, что начнется просто принудительное кормление. Да, в соответствии с российскими законами это возможно, если состояние будет угрожать его жизни. Его могут начать кормить принудительно. Что касается вчерашних акций, то я бы обратила ваше внимание на то, что в Москве ситуация не такая, как обычно. Максимум задержанных, чемпион среди полицейщины вчера, это был Петербург. Губернатор Беглов отличился в очередной раз.
А в Москве задержанных почти не было, и, собственно, все прямо как-то так с удивлением увидели, что, оказывается, по городу можно гулять спокойно, и это может обойтись без задержаний, избиений. А с чем вы повязуете це, що, ну, ось саме такі були акції, ну, ось в такому характері вони відбулися? Но тут вопрос, почему полиция иначе реагировала? Мне кажется, что они попытались испытать как бы новый способ, да, потому что те утечки, которые есть сегодня из полицейских кругов, говорят нам о том, что достаточно серьезные полицейские силы были привлечены для отслеживания передвижений с помощью видеокамер. И, собственно, вот смотрят этот новый, как бы новый способ контроля за процессами. То есть, оказывается, можно не перегораживать везде улицы, не бегать с дубинками, а просто смотреть, что происходит. И если, ну да, большие количества, по разным по оценкам, от 10 до 15 тысяч людей вчера гуляло по центру Москвы, они могут спокойно гулять, и ничего не будет происходить, ни витрины не побьют, так сказать, ничего не поломают, а просто походят, посветят фонариками, поскандируют, может быть, даже какие-то неприятные для власти вещи, и разойдутся, и от этого ничего не происходит. И в этом смысле, мне кажется, власти Москвы поступили разумно. Угу. Почули. Ну что ж, Ольга, дякуємо за коментарі. Ольга Курносова, російська опозиціонерка.